200 дней и ночей длилось Сталинградское сражение, которое стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Битва началась 17 июля 1942 года, а завершилась 2 февраля 1943. Советские войска вышли из нее победителями. Памятную дату отметили и в Твери. Репортаж с торжественного митинга нашего корреспондента. 2 февраля – день разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве. 200 дней и ночей на берегах Дона и Волги продолжались ожесточенные бои. Это событие переломило ход войны. Сегодня с того дня прошло 80 лет. Памятную дату отмечают во всей России, в том числе и в Твери. Здесь прошел памятный митинг, в котором приняли участие ветераны, молодежь и потомки тех, кто сражался в том бою. Участвовал в сражении с обеих сторон в общей сложности свыше 2 миллионов человек. В боях погибли более 1 миллиона советских солдат. Память погибших сегодня почтили минутой молчания. В боях за Сталинград проявили свой героизм и калининцы. То страшное время помнит участник битвы уроженец Твери Арсений Михайлович Сухопаров. Сегодня ему 102 года. Его война застала на службе в армии по призыву. Там он получил специальность радиотелеграфиста и отправился на фронт. Радистом был на машине. И мое дело было с летчиками разговаривать. Когда вот и летят, и наши летают, и немцы летают. С какой-то стороны Фоке-Вультер или Бессер-Смит. Потом он сказал, вижу, но больше я ему ничего не говорю. Это он сам командует все. Сталинградская победа – уникальное событие в мировой военной истории. Подвиг советского солдата стал примером доблести, героизма и любви к родине. Нацисты, покорившие Европу, но получившие отпор под Москвой, пытались выбить реванш. Сделали главную ставку на битву под Сталинградом. Но он выстоял. Сталинград и Калинин навеки соединены Волжскими берегами. И мы гордимся тем, что наши тверитяне, наши калининцы защищали Сталинград. В России 2 февраля также отмечается и День воинской славы. Он приурочен именно к этой значимой дате – дню окончания Сталинградской битвы, который навсегда вошел в историю нашей страны.